раз происходит, полиция, блядь, начинает просто беспредел. Спровоцировали драку, блядь, спровоцировали болельщиков, спровоцировали их на то, что на агрессии. Причем болельщики не вели себя абсолютно никак агрессивно. Вот, они привезли сюда наряд, люди отдыхали спокойно. Привезли сюда кучу полиции. Вот, вот так у нас происходит, вот так встречают спартакских болельщиков в городе, блядь, Краснодаре. В городе, в котором никогда не было, блядь, беспорядка, блядь. Все это происходит для того, чтобы... Вот так вот, к сожалению, обычные гуляния выездные спартакских болельщиков обернулись беспорядками. Причем спровоцированы были они не самими спартаковцами, а спровоцированы были, как вы видели на кадрах, это именно сотрудниками правоохранительных органов. Потому что сначала состоялась беседа, то есть возникла конфликтная ситуация, да, потом состоялась беседа, а потом началось просто беспредельное вязание человека, да, то есть, и по сути, вместо того, чтобы как бы, ну, решить конфликт, сотрудники полиции пошли на провокацию, начали заливать летучим гадом, избивать резиновыми дубинками. Вот. Мы не понимаем, почему в городе, в котором к нам всегда относились доброжелательно, сегодня произошла такая ситуация.